Универсальный токарный станок SPE-1000PV предназначен для обработки заготовок из металла и пластика. Агрегат имеет трехфазный электродвигатель мощностью 2400 Вт. Станок имеет 16 ступеней оборотов шпинделя. Диапазон от 15 до 18 тысяч оборотов в минуту. Все подвижные детали шпиндельного узла и коробки скоростей смазываются в масляной ванне. Токарный станок предназначен для обтачивания цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезки торцов, а также для сверления и развертывания отверстий, нарезания резьбы и так далее. Максимальная длина заготовки 1000 мм. Диаметр обточки над станиной 356 мм. Над сидельным промежутком 506 мм. А над суппортом 220. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Метрическая резьба имеет 37, а дюймовая 33 ступени. В стандартную комплектацию входит трехкулачковый универсальный патрон диаметром 160 мм и четырехкулачковый патрон диаметром до 200 мм. Для поддержки длинных заготовок агрегат оборудован стационарным люнетом с максимальным диаметром 36 мм и подвижным люнетом с максимальным диаметром 40 мм. Для того, чтобы удержать заготовку сложной формы, в комплектацию включена планшайба диаметром 320 мм. Стационарный центр незаменим при обработке заготовок из дерева. Педаль ножного тормоза расположена в нижней части станка, между тумбами подставки. Он необходим для быстрой остановки вращения шпинделя. Эффективная подсветка рабочей зоны снижает нагрузку на глаза оператора. Станок оснащен системой охлаждения. Сам станок надежно закреплен, подставляемый в комплекте подставки. Дополнительно к базовой комплектации можно заказать цанговый зажим, цанги диаметром от 3 до 26 мм, комплект резцов SK16×16, 8 штук, четырехкулачковый самоцентрирующийся патрон с фланцем, цифровой отсчет, частотный преобразователь FMO4. Компания «Промо» гарантирует надежную работу станка в течение долгого времени. Гарантия 12 месяцев. Это техника для профессионалов и умелых рук.